Всем привет, с вами Татьяна Донет, и у нас сейчас видео с открытого теста патча 6.3. Мы сейчас будем открывать контейнеры, посмотрим, может что-то изменилось в плане выпадения, может быть что-то не изменилось в плане выпадения, повезет, не повезет. Ну, в общем, все любят, когда мы открываем контейнеры, почему бы их не открыть, когда есть куча халявной голды, вот, которая все равно никуда нельзя потратить, кроме как открыть контейнера. Ребят, не забываем прожимать ваши пальчики вверх, подписываться на канал и писать в комментариях, нравится ли вам видео с открытием сундуков, что вам обычно падает из контейнеров, что вы обычно хотите вытащить оттуда из этих контейнеров, ну и оправдывают ли ваши ожидания ВГ каких-то определенных, ждете ли патч 6.3. Ну а мы погнали, откроем немножечко больших контейнеров для начала и, конечно же, бустер опыта экипажа, бустер боевого опыта. Бустер опыта экипажа. Да ладно! Бустер опыта экипажа. ВГ даже тут меня троллит, короче. Бустер опыта экипажа. ВГ, остановись. Да, о, это была просто компенсация за мои нервы. Хотя бустер опыта экипажа мне выпало намного больше. Опять бустер опыта экипажа. В основном бустер свободного. О, первый аватар. Кстати, мы уже открыли достаточное количество. И это первый аватар. В принципе, не сглазить бы сейчас. А то... Понятно, я сглазила сама себя. Опыт экипажа. Свободный опыт кредиты. Боевой опыт кредиты. Свободный опыт кредиты. Опыт экипажа, боевой опыт. Боевой опыт кредиты. Аватар. Ну и, наверное, достаточно этих контейнеров. И посмотрим, что из них в общей сложности нам выпало. Вы сейчас можете на экранчике наблюдать бустер опыта. Вот. Это вот все, что выпало мне из этих контейнеров. Можете так немножечко подвести итог. Что выпадает из контейнеров, если их открывать в большом количестве? Так. Откроем теперь обычные контейнеры. Бустер боевого опыта. Перезарядки снаряжения. Перезарядки снаряжения. Перезарядки снаряжения. Ну, в принципе, неплохо. Бустер перезарядки снаряжения для тех, кто его любит юзать, наверное, неплохо помогает ребятам. Но это не точно, как говорится. Я, если честно, их не особо юзаю. Если вы их как-то привыкли применять в каких-то ситуациях, напишите свое мнение. Я, возможно, для себя какое-то открытие сделаю и тоже начну им наконец-то пользоваться. Ну и откроем немного огромных контейнеров. Открыть, конечно же. Вау! Вот это поворот. 30 бустеров свободного опыта. Вы что, серьезно? 10 тысяч свободного опыта просто так выпало. 100 тысяч кредитов и 10 бустеров свободного опыта. Ну, неплохо, неплохо. Бустеры кредитов. Не, ну вот такие контейнеры мне нравятся. Да ладно. Бустеры свободного опыта. Бустеры боевого опыта. Бустер кредитов и аватар! Кредиты. Свободный опыт кредиты. Аватар. Блин, куда же без них-то, бедных и несчастных. Кредиты. Бустеры кредитов. 125 тысяч кредитов и бустер боевого опыта. 5 тысяч свободного опыта и 100 тысяч кредитов. 10 бустеров свободного опыта. О, боевого опыта. Не помню. Короче, 10 тысяч свободного опыта — это хорошая штука. И 125 тысяч кредитов. Вот на самом деле всем бы выпадал свободный опыт. А сейчас свободный опыт нужен будет как никогда при вводе новой ветки на прокачивание модулей до топовых. 10 тысяч свободного опыта. Бустер кредитов и аватар. Аватары падают часто, как никогда. Как никогда падают часто. 225 тысяч кредитов. Не, ну неплохо, ну однозначно за 600 голды открывать эти контейнеры я вам не советую, только желательно. Просто следите за тем, когда они у вас обновляются, чтобы открывать эти контейнеры. Если в качестве халявной награды, почему бы нет, но не за 600 голды. Я об этом много раз говорила и продолжаю говорить. Кредиты, свободный опыт. Бустер свободного опыта, бустер боевого опыта. Свободный опыт. Ну, бустер свободного опыта, бустер кредитов. Давайте еще один откроем контейнер и...
250 золота! Не прошло и полвека! Говорили, что золото будет намного чаще выпадать, а что-то я не заметила, чтобы оно прям капец как часто выпадало. Вот только выпало 250. И это меню, и это самая минимальная голда, которая могла выпасть из этого контейнера. Ну, тут вроде бы ничего не поменялось, как было, так и осталось. Аватаров так мало, но они так часто падают. Ну, хотя бы падает свободный опыт. Не часто, но падает. Ну, бустеры, в принципе, тоже достаточно неплохая награда. Из больших контейнеров тоже ничего не поменялось. Вроде все как было, так и осталось. Но аватары тут, мне кажется, из большого контейнера падают реже, нежели чем из огромных контейнеров. И обычный контейнер. Бустеры и немного аватаров. Все равно аватары падают достаточно часто. Чаще, нежели чем бы этого хотелось. Ну и сейчас подведем краткий итог по поводу того, что у нас выпало из контейнеров. Выпало нам из контейнеров вот что. Смотрим на экранчик. Смотрим, как говорится, и наслаждаемся. Ну а теперь, ребят, всем спасибо большое, то, что вы просмотрели данный ролик. Прожимаем пальчики вверх, подписываемся на канал обязательно, нажимаем на колокольчик, чтобы уведомления приходили. Ну, хотя бы надеюсь, что они будут приходить. Вступаем на сервер Discord, Instagram, контакт, ссылки в описании. В общем, всем хорошего настроения. Пишем обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу контейнеров ВГМ, что бы вы хотели в них изменить. Вдруг ВГ читает комменты наши и смотрит наши ролики. Ну а сейчас всех целую. Всем пока-пока. Увидимся на стримах.